Омар Хайям. Кто понял жизнь, тот больше не спешит. Смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок, молится старик, как дождь идет и как снежинки тают. В обыкновенном видит красоту, в запутанном простейшее решение. Он знает, как осуществить мечту. Он любит жизнь и верит в воскресенье. Он понял то, что счастье не в деньгах, и их количество от горя не спасет. Но кто живет с синицей в руках, свою жар-птицу точно не найдет. Кто понял жизнь, тот понял суть вещей, что совершение жизни только смерть, что знать, не удивляясь, пострашней, чем что-нибудь не знать и не уметь».